В ночь 6 на 7 января во всех православных храмах миллионы людей стоят на рождественской службе. В эти торжественные часы читается евангельская история, где рассказывается о том, как родился Спаситель. Даже Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода. Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиль». История Рождества и даров волхвов переплетены между собой. На Святой Земле в Вифлееме находится храм Рождества Христова, самый древний памятник христианской культуры в Палестине. Эти стены видели многое: святую равноапостольную царицу Елену, мать святого императора Константина, которая построила этот храм. Эти стены видели страшное нашествие персидских полчищ царя Хазроя, который разрушил Иерусалим, но не тронул Вифлеем. Тысячи христиан погибли тогда. И сюда, в Вифлеем, ворвалась персидская орда, но остановилась перед дверями храма, на фронтоне которого была изображена фреска с волхвами, одетыми в персидские одежды. Персы уважали и боялись своих магов и чародеев и не тронули тогда храм. Волхвы пришли с востока, с территории Древней Персии, нынешний Иран. Их путешествие было долгим и неторопливым. Они уже знали о рождении Спасителя мира. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. В память об этом событии вот уже 2000 лет люди зажигают звездочки и украшают ими свои жилища. Место, где стоит сейчас храм Рождества Христова, тысячи лет назад использовали пастухи для ночевки домашнего скота. Эти простые люди вместе с овцами ночевали в небольших пещерах, и картина долины пастушков выглядела примерно так. В каждой пещере горел небольшой огонь. В ту святую ночь здесь было удивительно тихо, спокойно, и всю местность освещал неземной свет путеводной звезды.
Сегодня, спустя тысячелетия, в этот храм по-прежнему приходят люди. Во времена османского владычества местные христиане специально сделали такой низкий вход, чтобы арабские всадники и турецкие янычары не заскакивали в церковь на лошадях с оружием. Волей-неволей им приходилось поклониться перед входом в храм. Внутреннее убранство поражает своей гениальной простотой и красотой. Эти колонны стоят со времен святой Елены. Раньше на стенах были фрески из священной истории. Сейчас они почти исчезли. Место Рождества Христова отмечено серебряной звездой. Она была установлена в 1717 году. Звезда имеет 14 лучей. Это не просто так. Они символизируют 14 родов и поколений, которые были от царя Давида до рождения Иисуса Христа. Это говорит о том, что Иисус Христос был царского рода. Вот здесь горят серебряные и золотые лампады, а внутри древнейшие иконы, среди них икона царя Давида, потому что это прообраз Господа Иисуса Христа. Известно, что царь Давид был царем в Иерусалиме, он сделал его столицей Иерусалима и царствовал в Иерусалиме, жил 33 года. Это символическое число, сколько лет жил на земле Господь Иисус Христос. Здесь есть русские, немцы, индийцы и даже люди из далекой Австралии, которые приехали поклониться месту рождения Спасителя. Удивительные, пронзительные и трогательные кадры. В этой невообразимой толчее среди паломников со всего света монахиня продолжает свой рассказ. А здесь находится место яслей. Ясли были вывезены позже. Они находятся сейчас в Риме. Но об этих яслях писали первые церковные писатели. Юлиан Африкан, об этом писал Ориген. Это древнее место. И напротив яслей находится престол, который принадлежит католической церкви, ордену францисканцев. Он посвященный волхвам. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. И, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхов.
Здесь же сохранились свидетельства крови, пролитой в Вифлееме 2000 лет назад, когда царь Ирод, усмотрев новорожденным спасителю угрозу для себя и своей власти, повелел убить всех младенцев. В этой пещере сохранились останки детей. Число святых младенцев – 14 тысяч. Об этом не написано в Священном Писании, но по преданию было убито 14 тысяч младенцев. Ирод услышал, что родился ребенок, который станет царем. Он решил, что это дитя станет царем в земной жизни, заберет его царство и отдал приказ убить всех маленьких мальчиков в этой местности. Ирод посчитал, что возраст Христа должен быть не более 2 лет. Именно столько времени понадобилось 3 волхвам, чтобы приехать из Персии, когда они увидели звезду. И отдал приказ, чтобы в Иудее были убиты все мальчики от рождения до 2 лет. Таким образом, в Вифлееме было убито 14 тысяч младенцев. Так гласит предание. История даров волхвов полна драматизма. Пресвятая Богородица хранила честные дары волхвов всю жизнь. По преданию, незадолго до своей кончины, Успения, что в переводе с церковно-славянского означает «сон», она передала эти дары Иерусалимской церкви. Хранились они здесь до 404 года. В тот год случилось знаменательное событие. Византийский император Аркадий перенес в столицу империи Константинополь эти святыни. Солнце в тот день играло над великим городом. Люди были радостны, и они встречали великую процессию перед храмом Святой Софии. Золотые ризы и кресты – все слепило глаза. Божья благодать разливалась над городом. Через некоторое время Константинополь захватили крестоносцы. Византийцы успели вывести дары в Никею, ставшей временной столицей Византии. Спустя 60 лет святыня была вновь возвращена в Константинополь и находилась там вплоть до 1453 года, когда город был взят турками-османами. Приемная мать турецкого султана Мехмета II, завоевателя, царица Мара, сербка по происхождению, несмотря на то, что стала султаншей, сохранила свою христианскую веру, взяла честные дары и собственноручно принесла их на святую гору Афон в 1470 году в обитель святого Павла. Афон – монашеская республика. Этот покрытый лесом полуостров является тем местом, где ни разу за 1000 лет не прекращалась горячая молитва Богу. Здесь находятся монастыри, где собраны величайшие христианские святыни. Каждый монастырь на Афоне – это своего рода дарохранительница. Здесь явно ощущается присутствие Бога и Божьей Матери. Монастырь святого Павла, или по-гречески Агио Павлу. Его благодетелем был сербский князь Георгий Бранкович, отец той самой царицы Мары, которая передала сюда на хранение дары волхвов. Мы находимся в одной из самых святых частей Афонского полуострова. Здесь царица Мара передала честные дары волхов игумену и отцам нашего монастыря святого Павла. Это очень волнующая история. Она прибыла сюда из Константинополя. Царский корабль причалил вон к тому берегу, его сейчас видно. И оттуда пешком царица со слугами направилась к монастырю. Они прошли 3/4 пути, как вдруг царица и все сопровождающие ее люди услышали голос Богородицы. Она сказала: «Не дерзай продвигаться дальше. В этом месте живут монахи, и сюда нельзя входить женщинам». Это было еще одним подтверждением священного закона о недопущении женщин в мужские монастыри, который изначально соблюдался во всех монашеских центрах Востока и, конечно, на Афоне, где он благочестиво сохраняется до наших дней.
Сейчас уже при помощи законов государства. Итак, здесь произошла передача честных даров монастырю. В честь этого по дороге в Святой Павел стоит небольшая часовня. Монах ходит по монастырю и билом созывает братью на молитву. Живут в монастыре по византийскому времени. Это значит, что с заходом солнца начинается новый день. Эти кадры мы снимали в канун Рождества. Оно празднуется на Афоне здесь особенно. Игумен монастыря Геронта, это значит старец, отец Парфений. У нас особая благодать, которую мы всегда чувствуем и на Рождество, и на следующий день после Рождества. У нас празднуют святые дары, у нас великая благодать. Так что мы чувствуем, что находимся в маленьком раю. Внутри этого рая царствует Бог, царствует Богородица, царствуют святые, и все спасенные люди в этом раю. Сейчас Афон, в общем, представляет собой рай. И если Афон существует сейчас, он существует не потому, что его охраняют политики и армии. Афон существует, потому что это удел Богородицы, ее наследие и сад. Она защищает святую гору. Поэтому те, кто задумал сотворить зло Афону, были наказаны. У нас есть великая милость, поэтому на богородичные праздники и господские это место наполняется благодатью Божией. И вот начинается служба. В афонских монастырях не используется электричество, только свечи. В честь праздника монахи раскачивают огромное центральное паникадило, то есть светильник, который является прообразом небесного Иерусалима. Это древняя афонская традиция, она подчеркивает духовную радость и единение земной церкви и небесной. Наступает момент, которого ждут паломники. Храм еще раз обходит с кадилом, и аромат изумительного афонского ладана растекается по церкви. Во время чтения Евангелия, где рассказывается о поклонении волхов Христу, из алтаря выносят честные дары. Субтитры
Апаське лідушки, шошу на гасе, таш пшіха шимон. Древо хвох храняться здесь, в алтарной части, в шкафу, где хранятся святые мощи. Этим самым, как бы, отцы обители пытаются нам донести мысль, что дары волхов, они имеют такую же благодатную ценность и достоинство, как и святые мощи. Они хранятся все в ковчегах в отдельных. Вот один ковчег только, где непосредственно хранятся только дары, три дара. И есть еще ковчеги, где они положены вместе с другими мощами вместе. И это что под целиком, как выкладываете вы? Ну, все дары. Все дары никогда не выкладывают, а только на крещение Господне, когда воду освящают, выносят, ну, где-то около 10-12 мощевиков разных и освящают воду. Прежде всего, что было подарено волхвами? Было подарено золото, Ливан и Смирна, да, это все знают. Золото, оно было подарено в виде вот таких золотых украшений. Люди, которые их видели, которые более-менее что-то понимают в археологии, они говорят, что это приблизительно, ну, эпоха халдеев, примерно 1000 лет где-то до Рождества Христова. Ну, Ливан – это смола. Просто сейчас это показать нельзя, потому что по монастырскому преданию, когда дары принесли сюда уже, в монастырь, то Ливан и Смирну, их смешали вместе и сделали вот эти вот черные шарики, которые вы сверху видите, как такие маслины. Самое главное то, что многие люди, которые не знают даже, что существуют такие вот священные реликвии, да, связанные с именем Христа, они смогут об этом узнать и смогут поклониться, потому что эта реликвия, дары волхов, она равна, как бы сказать, по своей исторической и благодатной значимости, такая же, как терновый венец, такая же, как хитон Господень, такая же, как плат Божьей Матери, Туринская плащаница. Это одна из величайших реликвий вообще христианства. Все, к чему прикасался Христос, прикасалась Божьей Матери, оно получало вот эту благодатную силу. Получили ее и святые дары, чему они сами свидетели, потому что они благоухают. Такой именно драгоценный, благодатный артефакт
который является достоянием, по сути дела, всего человечества, а не только там Афона или Православной Церкви. Просто Господь так устроил, что он хранится здесь, в этом монастыре. Съемку даров мы проводили два раза. Второй раз мы приехали на Афон доснять то, что не успели. Вечером нас провожал в храм отец Сафроний, хранитель даров. Он рассказал нам не только о дарах волхов, но и о других святынях, которые хранятся в алтаре храма. А здесь совершенно уникальная реликвия. Это очень древний мощевик, где каждым мощам соответствует икона святого. Икона мощи, икона мощи. Можете сфотографировать эту табличку. А сколько этому лет? Я не знаю, никто не знает. И здесь еще одна важная реликвия. Икона Богородицы Зерцала. Это икона, перед которой молилась императрица Феодора втайне от мужа. Однажды ее молящийся перед этим образом застал евнух-слуга и доложил императору. Феофил, император Византии, был иконоборцем. Он спросил: «Ты что, не императрица? Ты не слышал моего указа, что нельзя поклоняться иконам?» Она ответила, что евнух ошибся, потому что она целовала свое отражение в зеркале. Вот поэтому эта икона была названа «Зерцало». Она очень древняя и была написана еще до эпохи иконоборчества, в 7 веке. Еще у нас есть мощи святого Пахомия Русского. Вот святой Пахомий, преподобный мученик. Здесь святой Харлампий, святой Василий, святая Феврония, святой Георгий и святые дары. Паломники, которые посещают этот монастырь, говорили, что от даров исходит неизъяснимое благоухание. Многие здесь исцеляются. Недаром сказано в Евангелии Спасителем: «И по вере вашей дано будет вам». Ты приложился, ты отошел, и оно в тебе невидимо, оно уже работает в тебе. Вот неизвестно, где оно, или в сердце, или в дыхании твоем, или в мыслях твоих. Но оно присутствует, оно работает. Оно делает тебя совсем другим человеком. Ты начинаешь по-другому поступать. Промысел Божий, он для каждого человека существует. И в моей жизни есть десятки, если не сотни, историй, которые связаны с этим. Фактически я считаю, что кардиохирург – это некое орудие в руках Божьих. То есть он может сделать хорошо, может сделать плохо, но без помощи Божьей он не может делать ничего вообще. Просто ощущение благодати, ощущение присутствия Бога, Матери Божией на этом месте, ощущение покоя, тишины душевной. Вот. Ну и, конечно, если так по мирским меркам, конечно, сильный контраст по сравнению с Москвой с той же, где беготня, суета, здесь покой, тишина, радость, благодать. Кроме честных даров, в монастыре есть чудотворная икона Богородицы. Она двухсторонняя. К ней приходят люди. И поток этот не прекращается уже не одну сотню лет. Панагия Мировлитиса. Вот Богородица Мировлитиса, Константинополь, эпоха иконоборчества. Эта икона происходит из монастыря Мирилеон,
который был основан отцом святого Павла, римским императором Михаилом Рангавы. Эта икона двусторонняя. С одной стороны изображена Мировлитиса, а с другой стороны – собор небесных сил. С тех пор эта икона находится в нашем монастыре, и от нее происходят многочисленные чудеса каждый день. Разные чудеса. Например, женщины, которые не могут никак завести ребенка, рожают детей. И мы, когда болеем, призываем ее на помощь. И настоятель нашего монастыря в трудные моменты обращался к ней. И мы каждый по своему личному делу призываем ее. Вот вы меня спрашивали о моем здоровье. Была сделана операция с вероятностью благоприятного исхода 50 на 50. И в тот момент, когда врачи делали эту операцию, настоятели и братья совершали молебен перед иконой. И когда все закончилось, врач признался, что он фактически просто присутствовал при операции, а его рукой управлял кто-то свыше. Благословенны люди, которые верят в Бога и которые Бога исповедуют. Потому что наш Господь говорил и много раз повторял: «Кто меня исповедует перед людьми, я исповедую того перед Отцом моим на небесах. И кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я перед Отцом моим на небесах». Поэтому, если у нас есть Христос, у нас есть все. Нет Христа – нет ничего. У нас должна быть вера и любовь, вера, укрепленная делами, потому что веру могут показывать и бесы, но у них нет дел. У нас должны быть дела. Брат мой Павел, сегодня Бог даровал этот великий дар, удостоил тебя стать монахом. Будь верным, смиренным, разумным. Изучай Священное Писание день и ночь. Следи за своими духовными обязанностями и послушанием до самой смерти, как того желают святые отцы. Итак, нас удостоил Бог стяжать то, что зовется смирением, поскольку без послушания и смирения монаху не спастись. И никому не спастись. И мы желаем, чтобы госпожа наша Богородица удостоила тебя стать хорошим монахом, дитя мое. И Бог тебя покроет и умилостивит. Сейчас вы видите кадры постригов монахи. Этот человек приехал в монастырь из Румынии. 5 лет он подвязался в послушниках, выполнял послушание на кухне. И сегодня принял звание монаха, которое не несет никакой выгоды, а только возможность служить Богу денно и ночно. После праздничной службы настоятель обители собирает всю братью в гостиной монастыря. Монахов здесь всего 40 человек. Это называется рождественским угощением. Каждому предлагают стопочку монастырского ликера и сладости. Этот прием не похож на светские праздники. Здесь делятся радостью от Рождества тихо и спокойно. Главное – молитва, чтобы сохранить благоговение праздника. Oh,
Братская трапеза. Это не только прием пищи, но и продолжение богослужения, когда вместе собираются монахи и паломники. Не специально на кухне готовят особо праздничную еду – рыбу под монастырским соусом. Мы находимся на кухне, где каждый день для братьев готовится пища. Пища готовится на дровах, на естественном огне. Вот, как вы видите. Каждое утро, приходя на кухню, монах прикладывается к иконе Пресвятой Богородицы и возжигает бумажку от лампадки, где горит благодатный огонь, который каждый год привозится с Иерусалима в Великую Субботу. И возжигает от этого огня дрова в печи. Это Иерусалимский, да, благодатный огонь. На этом огне готовится. Огонь поддерживается в этой лампадке, круглосуточно поджигается, он затепляется лампадка. Этот же огонь горит и в храме во всех лампадках. Ну и на кухне, естественно, так как для братьев дается утешение, рыба – это уже утешение, потому что мясо, как вы знаете, монахи не едят. Поэтому братья всегда в предвкушении праздничного настроения. Да, это рыба из Эгейского моря. Тут называется рофос, не знаю, как по-русски. И еще синагрида. Это вот в этих там таванах. И готовит все вот этот монах, да? Да. Готовит отец Павел. 5 лет ждал, чтобы... 5 лет ждал, чтобы его постригли. И вот вчера его мечта сбылась. Быть постриженным на Афоне монашества. А братья 5 лет ела ту еду, которую он приготовил? Да, 5 лет он готовил нам еду. Братья очень довольны своим поваром. Перед вкушением пищи всегда служащий иеромонах благословляет еду и питье, а во время самой трапезы читает жития святых. Все происходит неторопливо, с разумением и наставлением. В постные дни монахи едят всего 1 раз в день, вечером и только растительную пищу, без масла. Эй, Като, Като! Жизнь афонского монаха – это молитва и труд. Труд и молитва. Старец Иосиф Водопецкий говорил, что монах – это ум, зрящий Бога. Жизнь – это короткий отрезок перед вечностью, так говорят на Афоне. И к смерти монахи относятся философски. В каждом афонском монастыре существует особое место, называется оно «Костница». Это последняя келья монахов перед всеобщим воскресением в конце времен. Это место называется «Костница». После обретения останков усопших отцов мы их кладем в это место. На эту кровать мы кладем усопших, чтобы переносить их из церкви на кладбище, где происходит погребение. В могилу усопших кладем без гроба. Монахов не хоронят в гробу, а сразу в могилу. Это кладбище обители святого Павла. Здесь 11 могил. В этом месте 5 могил, ниже еще 6. Когда почти кто-то из отцов, мы хороним его в одну из этих могил. А там он покоится около 8 лет до обретения останков. Когда мы вынимаем останки из могил, мы очищаем кости и перекладываем их в ящик вместе с черепом. Здесь на деревянном кресте написано имя усопшего монаха или иеромонаха, дата смерти и сколько ему было лет. А когда его вынут из могилы, мы пишем дату, когда это произошло. Мы ничего не берем с собой после смерти, поэтому каждый человек, не только монахи, но и все миряне, должны знать, что мы подвязаемся ради спасения своей души. Материальные блага приходят и уходят. И кроме того, все, что мы делаем,
мы делаем с помощью Божьей. Видя эти кости человека, понимаешь, что жизнь тщетна. Человек живет сколько-то лет, сколько попустит Бог, а далее идет на небеса. Поэтому кости напоминают человеку о смерти. И люди думают о смерти, то есть имеют память смертную, думают о том, что будет дальше. Поскольку в сущности, как мы сказали, нужно стараться спасти свою душу. Настоящая жизнь после смерти, а не сейчас. Потому что душа бессмертна. Тело умирает, уходит в землю. Остаются лишь кости. Но душа остается в веках. Если мы ее потеряем, горе нам. Афон всегда был землей обетованной для русского православного человека. Сюда стремились и в XIV веке, и в XIX, и в XX, и в XXI. Такие святыни, они и должны храниться долго. Потому что в них есть часть божественной энергии, божественной силы, которая их сохраняет в том виде, в котором они были. Русских паломников на Афоне много. Пускают в монастыри только мужчин. Поэтому отцы берут с собой сыновей. Ну, на самом деле, в таком возрасте, вот мы сейчас просто это видим по детям, им это очень интересно. То есть это в такой некой форме, наверное, полуигровой. То есть им интересно рассказывать про какие-то чудесные истории, про святыни, и они это лучше воспринимают, мне кажется. Первый раз на Афоне? Да. Какие впечатления? Впечатления хорошие. Я очень удивлен, что служба в полной темноте идет. И я здесь сюда первый раз приехал, и мне здесь нравится. Русский след на Афоне – особая страница. Иконы, колокола, облачения, жалованные охранные грамоты – все это присылалось на Афон. Еще во времена царя Иоанна Грозного сюда к монахам приезжали целые делегации, которые привозили, как сейчас говорят, финансовую помощь, пожертвования, чтобы поддержать монахов. Но главное было не в этом, а в той духовной связи, которая существует на протяжении веков между Афоном и православной Русью. Честные дары – это великое сокровище. Они часто благоухают, источают благодать. Это Божья вещь. И сейчас русский народ желает, чтобы мы их привезли в Россию. Мы сделаем это с большой радостью. У меня остались очень хорошие впечатления от народа России. Очень трудно, чтобы люди изменили свой путь, свое мировоззрение. Потому что обычно нас съедает неверие. Одни верят, другие не верят. Те, кто не верит, никого не слушают, потому что у них нет благодати Божией. Если люди не призывают благодать и помощь Божию, как Бог им это дарует? Говорит Господь: «Просите, и будет дано вам. Стучите, и откроется». Что ангел делал в Рождество, помнишь? Он
возвестил пастырям, что Иисус Христос родился. Кому возвестил? Пастырям. Пастухам, ты имеешь в виду? Охлам. Нет. А кому? Пастухам. А что такое Рождество, можете сказать? Это такой праздник, когда Иисус Христос, Спаситель мира, родился. А где родился? В Вифлееме. Ну а как вы будете праздновать Рождество? Мы пойдем на службу, наверное. И я буду смотреть по телевизору патриаршую службу. Можешь? Ну да. Спать не будешь? Ну да, у меня... Да, я долго не сплю ночью. Молодец. А почему тебе нравится праздник Рождества? Ну, потому что тогда Бог родился. В воскресных школах в России, на Украине, в Белоруссии, в больших и малых городах, в селах и деревнях маленькие прихожане готовятся к светлому празднику Рождества Христова и встречи с чудом. А бабушке что ты подаришь? Тоже что-нибудь сделаю своими руками. Своими руками сделаешь, да? То есть ты делаешь такой вертеп, правильно? Да. Ну-ка, так-ка. Опа, молодец. Подарки, которые мы дарим своим детям, или которые они дарят нам, это прообразы тех честных даров, которые принесли на Рождество Иисуса Христа волхвы. Вертеп. Какой же он хороший. Интересно. Дары волхвов посетят Россию, Украину и Белоруссию. Для верующих людей это событие – незабываемое Рождество 2014 года.